23, this is Hitman 22, over. Блять, ночь, ребята. Он ночь выбрал. ПНВ нету. Да, ПНВ нету. Нахуя он выбрал ночь? А так-то нормально же. Так, ну тебе, наверное, хуёво, да. Посветлеет же. Ну, посветлеет, но не так быстро. А у вас же расчет ПТРК должен из 5 человек состоять. А, так а где Валакс? Кто взял выстрел? Где? Че там, пряник, не готовился кто-то? Да, Спарта, человек, который готовил ПТРК, не может зайти, у него бесконечная загрузка, и Спарта просит кого-то взять расчет ПТРК. Классно. А у них что, нет другого человека на ПТРК? Спарта, берите все свое хозяйство и прыгайте как по плану. Как у вас. Там будет также РВ, мы там вам поможем. Вы разобрались с другом? Иди, как это самый пиздец вообще. Так, что там, медицина, где еще раз у вертолетов, да? Северо-запад, у ганшипа. Парни, а. Кто-нибудь взял выстрелы, блядь? Где все вообще? Ты приказы, да, ёпта? Медицина на северо-запад, где у ганшипа? Балакс, Фомина. Я тут. А ты выстрел? Фомин ракету не берет. Кто постреляет с корнета? Не-не, это РМ Софис. Так, парни, пряник может в ДВшку напихать лута. Чё мне взять это для вас? Это шпион. Патронов, патронов, наверное, взять? На М-ку, да. Хорошо. Вот тут в ящике еще по... А, ну тут дохуя. Мороженого. А, Дим, Дим. Как некрасиво. Дим, у тебя еще садком антенна есть. Я могу взять либо палатку, либо рюкзак. Все, погнали в самолет. Все, вроде все взяли все. Какой самолет? Центральный. Мы же без парашюта правильно прыгаем, да? Парашюта. Привет, все самолеты выходим, ракеты ставите на... Касанием прыгаем, парни. Касанием, да. На живот не забудьте ракеты повесить. Я думаю, сейчас, когда будем... Возле самолета всем надо перезапустить TeamSpeak на всякий случай. Торн, ты скинул, да, палатку? Палатку взял, да, и TeamSpeak перезапускаю. Дима, мне с автоматом, нет, наверное, прыгать? Да, это не у нас у всех проблема, это у Губы проблема, потому что он не так перешел из штаба. Понятно. А как так перейти из штаба? А то он включил все. Чё тут за агитация?
Так, чё 270, чё я тут должен? Беги, меня встретишь, я тебе навстречу несу ящик. На запад беги. Дальний актуаль. Трань. По одному, садитесь аккуратнее. Не толпитесь вокруг самолета, не толпитесь вокруг самолета. По одному садитесь аккуратнее издалека. Можно толпу случайно, и он взорвется. Я слышал меня? Слышно. Ребята, не толпитесь возле самолета, аккуратнее садитесь и текстуру не задевайте, самолет нужно уебать. Первый самолет, который стоит на взлетке. Ну а его там нет. Ну он вышел из нет, не вижу. А что у тебя? Он пилот. Он пилот. А на тут нет борцов с нами. Или они другой? Валакс, первый самолет, азимут 270. Вообще мест должно хватать. Не, вот мы без ПНВ, да? Я понял, я ему, блин, сказал. А тут торпеда. Давайте быстрее, ребят, у нас 4 минуты. Валакс, ты там догоняешь, нет? Может, я его оставлю здесь? Да, мы втроем бежим. Пацаны, а как с парашюта прыгать? Все, сел с другой стороны, нормально. Все, я, короче, ухожу. Через колесо, Валакс, да, побежали, блядь, еще на 4 минуты, блядь, что там стоишь? Если что. Да. А угадай, блядь. Мор говорит, Мор говорит. Выстрел возьми, рюкзак не надо брать, нахуй не нужен, блядь. 6 магазинов влазит, нормально влазит. Просто гранат поменьше. Ну там пряник же патроны взял. Пряник, ты патроны взял? Да, пряник с магазинов. Ну все, заебись, пряник чисто этот, снабжение с нахуй. За вхоз, блин. АРВ все сели? Нет, Валакс там снабжен. Валакс, давай быстрее, у тебя 2 минуты, блядь. Выкинь нахуй этот рюкзак и возьми себе птур на плечи, и все. Бегай. Взял. Парашют взял, все. Нахуя мне птур на плечи, блядь, чтобы в землю уебаться. Да, да, чтобы он тебя придавил нахуй по башке тебе, блядь. 27 килограмм чистого счастья. Вроде все сели, так, да, губа, смотри, мы... Чё, мы договорились, это... Я сказал пилоту, чтобы он сделал... Короче, наша ПТРК-группа скидывается на... Блядь, сейчас поставлю. Ну, почему мы не разобьемся в темноте, да? Да не разобьемся. Да не переживайте, да, мужики, вам падает 2,5 минуты, вы успеете скорректироваться. Вообще да, да. А мы тебя с собой прихватим, чтобы ты нас скорректировал. Я поставил на Пригожин. Губа, ну короче, эту часть группы скидываем в эту, ну вот эту, на зеленку, да? Да, да, да. Ну окей. Роник, скрикни ему, что рампу закрыл. Смотрите, все, кто прыгает, блядь, ПТРК. Пилот, у тебя рампа так, открыта, если что. Приземляетесь на группу ПТРК РВ, поняли? Туда летите, блядь. Закройте и не трогайте. Вот без ПТРК, вы там с Соником где-то прыгаете. Не, я прыгаю в другом месте чуть-чуть. Мы с Димой спрыгнем. Короче, вы на метку группу, на свою, на зеленую прыгаете и чистите вот этот лес. Погоди, кто там будет рулить? Летает, сейчас бежит парень. Там шторм главный, короче, шторм главный. Пряник, я ДВ пока сбил, предлагаю, что пока что ты на ДВ будешь, если кто-то погибнет, надо выходить на ДВ кому-то. Да, да, я на ДВ. У всех пятерки. Так, а трубы есть у ПТРКшной группы? Трубы кто-то взял? Не знаю. Как мы тебе трубу возьмем? Можно взять вообще-то. Ну, труба же, у тебя в отдельный слот оружейный стоит. А, ну я не брал. У меня одна есть, если что, могу отдать кому-то. Так, командир, за сколько метров закрываемся? Дохру. Не, охуеть, ССО турецкий без ПНВ. Плотненько за тобой. А ты, кстати, видишь, почему черный маршрут? Не люблю. Ночью их не видно. Бля, хорош баловаться меткой. Ну, види, я за тобой пойду. Я сторонник запретил веселиться. Все, теперь вообще ничего не надо делать в самолете. Ничего, сиди, вон, рассматривай всех. Нашивки рассматривай, красиво. Кстати, отрядных нашивок нету. Турецкое говно. Самолет захвачен, летим в Штаты. Я так понимаю, в определенные здания похожи друг на друга. Осуждаю, кстати. Нет, они потом на юг садятся. Это Солик замутил. Сейчас
Мы далеко уже куда-то. Ну, видимо, так надо, хрена. Ну, как-то очень сколько все забирает. Вылетел реально. Давай, блядь, нахуй. Тебя поворачивает весь. Как раз ты зато знаешь, блядь, там просто тренажку упасить не перевернул. Обошел шторм. Бля, страшно нахуй. Бля, ебать, там на 8 тысяч лететь. Чего высота уже 8,5 километров? Так должна быть. Да, да, за пределами радаров. Привет, только контур. Все, готовимся, готовимся. Эти скорость не сбрасывает. ПТРК спрыгивает чуть позднее. Надеюсь. Да, рвало. Пора высаживаться. Высота, высота, высота. Так, это СВРы пошли, РВ не прыгает. РВ, прыгайте. РВ, высота. Мы сбрасываем. Все, Дима, погнали, Дима, погнали. Пряник выпрыгнул. Все, бака подруливайте. Выпрыгнул. Ебать, толпа! Подруливайте. Красному маршруту рулите. Крутиться можно, если что. Только он инертный. Вы на метку высадки выйдете ровно, и потом этот, покрутитесь, и вас выровняют. И вы как раз на нее будете падать. Это уже правда куда спецназ. Бля, мы со Спарта, конечно, на одном КВ. Еще не поздно парашют поменять, да, местами? На одном КВ? Нет, ну типа, хорошо бы на одном КВ, но мы охуеем. Колесик покрутите, чтоб парашют. Мы сами на одном КВ не помещаемся, ты говоришь, что Спарту взять. Ну да. Давайте, кто ближе к метке выставки. Ебать, там кто-то рулит просто. Я прям над ней вырулю. Бля, страшно. Бля, я уж хотел позже. Еще 4 километра, и так вон видно землю, блядь. Боссов АКами. Ага. Интересно, а что если сейчас... А, ну да, да. Знаете, кто здесь сидит? Без врагов. Да-да, выцеливай, парни. Осмотрите, рассмотрите, пожалуйста, ребят. Канава, ребят, канава между двумя белыми дорогами. Так. Канавка между двумя белыми дорогами. Я машу ручкой. Хорошо. Бля, там кто-то в море падает. Депчики. Раскрылся. Босс на земле. Маршрут управляемый. Да-да. Зик-зик. Стрельба? И ювелирно в точку. Роник на месте. Луба на выставке. Так в канаву, сейчас связь установлю. Ваня, доложи, подога. Уху земли. Доложи. Сторону земля. Пусть стреляют по этим выцепкам, которые высаживают. Откуда? А, с зушки, ну, зушки, да, стреляют. Стоп. Там раскрылся. Так, все, давай, ПТРК, группа, на П-11, 22-й, на Т-1 выходим. Дальше не идем, с западнее домика не выходим. Только губа там слева дороги надо идти. Слева, слева, да. Техника там возле церкви. Это капельком-то техника. По нам. Да, М2. Давай, быстрее, уходим, П-11. Так, она сзади, парни, вышла, угорать, она на севере. Да-да, на старый маяка ебашит. Она в лесу где-то, которую мы защищаем. Надо выбить ее. Выбил, хорош. Кто-то выбил, надо у здания. Кто-то выбил. Выбил, бэт.
Выбил бергамот? Выбил, выбил, выбил. Красиво, красиво, молодцы. Блять, нет, он живой, живой, механик живой. Еще одну вкинуть. Где он стоял? Сейчас дам три наметки. На метке бергамот. Слышь, перед нами техника на западе что-то крутилось. Никто не слышит? Да. Шторм, да. Куда идёшь? Ну, пацан, удон? Ты же старший. Пряники, сейчас я отрабатываю. Все, бульдог уничтожил. Фига, он рванул. Дима, ты так, продвигаешься? Шторм, удивлением узнаю, что он старший, но вам, по идее, нужно зачистить этот лесок. Кто-то без ухода бегает. Выбил, выбил, выбил его. Так, второй выбил. Под дерево выложил корнет. Ответка, ответка. То, что третий. Наш розовый пряник в штаб. Ой, живой. Они обнаружили вашу позицию? Да, да, второй пивас и пошли. Блять, хуёво. Я буду корнет забирать, подожди. Надо менять позицию. Дим, что, попробуем вниз туда, на юг? Нет, давай сюда, заряжай, заряжай, быстрее, ко мне, блядь. Где выстрел? У дерева лежит. Там. Подползи только, подползи аккуратно. Дим, мне нужно будет прикрытие здесь. 80. Понимаю, я хочу смотреть полуостров разточный. Я уже посмотрел его, кого там. Так, мы куда двигаемся? За своих стоим. Не вижу вас, кстати. Север, правосток, а, хоть. Все, вижу. Губу, ребята, не подходите пока. Давай, давай, еще, еще. Губу еще. А где еще? Тупенька есть. Только в первый, который дал, понял, ему похуй, блядь. Ты скинул, да, свой выстрел? Скорее всего, выйдут. Ближний выбил. Мы с боссом были рядом с губой, скидывали. Можете на белую пряника прибежать, выстрел взять? Принял, бегу. Нашел, нашел, а. Ваха, прикрой бергамот, он идет на оранжевый пресс-сальт. Восклицательный знак. Принял, иду, что тут. Так, еще одна ракета оставалась. Босс, бери еще одну ракету, сейчас пойдем третьим. После этого, блин, возвращаемся к губе. Купай, щитим выстрел. Спарта еще выстрелы есть. Я взяли, взяли у Спарта. Будете стрелять че? Да, да, мы сейчас третий пивас пошли. На третий пивас. Дима? Да. У тебя бой, нет? Нет, это вариант. Они на запад появились. Помина Роник, на вас даю поставить. Что? Убил одного. Близко был. А, короче, тело Мака обнаружили. Этот снаряд его принесли. Не очень. Ну, когда работает? На юго-запад 300 метров под Орелами. Под холмом был. На нашей стороне. Сейчас дам черный микс. Помогайте. К4, пряник, кто-то выйти. Пряник, сейчас мы губу. Медик живой? Это вот здесь был. Медик, Шторм, живой у нас? Медик? Шторм, медик или кто? Шторм, медик, медик. Живой, давай это, сейчас метку дам. Вот, на красную босса подходи. Видишь босса? Двигаю. Вижу, далеко идти сейчас, иду. Ну, босс, по ТРК у вас там, да? Да-да-да. А ты откуда снаряд шел вниз? Спал на метке. Сюда не надо, Валакс, не надо сюда, снаряды мы здесь в яме, в открытой, там будь. Мы потом возьмем, все равно сюда. Да, шторм пошел этому боссу. Босс, переходи дорогу перпендикулярно на дороге, понял? Переходи к нам. С моей стороны. Что? Что на связи? Тебе сейчас Губа говорил, перпендикулярно на дороге переходи. Повтори. 55-й метки переходи, слышишь меня? Да, понял. Да, иду, иду. На 55-й вначале, а потом перпендикулярно на дорогу перебегает. Принял. Синий маршрут, по синему идите. Должны видеть. Шторм принял, шторм далеко достаточно, иду. Суси, на территории Мейка. Так, короче, метку на снаряды поставил, заняться нечем, куда идти. Макс, снаряды надо к губе отнести. Не надо, если снести снаряды, он сам сказал об этом, блядь, принял.
Я там, возитесь. Бульдоги надо отстреливать из Петерка. Вы Петерка не бросайте. Уран живой? Минус один стреляешь. Штабе. Тебе ходит второй этаж. Мины. Больные мины. Давай. Бинокль взял. Шторм, у тебя кровь есть? У Шторма есть кровь, да. Да у него аптечка же, наверное. Уба, ты... Есть аптечка и есть что? Центральная аптечка выбит. Опа, зарядил, зарядил. Пробиваете, нет? Босс уже на позиции, на К4, Куба. Че у вас там как? Ну, Куба со мной, сейчас мы зарядимся. Все, понял. Спам в маяке. Нет, рядом нет. Меня пробивают, никого не вижу. Я шел. Дим, видишь откуда? Я сейчас за камнем, мне похуй. Убивайте. Я тебе 200 кристаллов. Это перелеты или он прицельный? Он прицельно работает. По тебе, по-моему, прицельно. Но я за камнем, мне похуй. Пехотная РВ, внимание, если лес зачистен, команда двигается ближе к триггеру. А машинка едет какая-то 240 с горы. Уничтожайте все, машин наших нет. Спам фары. Вот, Воха, как зачистите Атос, вы двигаетесь к Губе, наверное, не знаю. Дима увидел его, нет? Нет. Неги, я не буду туда вылазить просто. Маяк чистый, короче. Едет, Дим. Ну, сам. ВАЦ работает еще один. Сейчас заеду. Дим, жив? Северный, да, работает наш. Ну, я не знаю, я в него попал, так не знаю. С торца будет заходить система. Попал, да. Дим, жив? Не знаю, он же с хита не выбивается, нихуя. Попробуйте еще раз. А нам с северо-запада ебашь. Шторм, ты чё, на подходе? Фрэнч, он где-то из-за леса очень сильно стреляет. Я его не вижу. Жив? А, жив. Ба, мне надо подтверждение. Метку смотри. Сейчас посмотрю. Метку смотри, Дима. Да. Под кустами. Я слышал кусты, не знаю, может свои. Свой. Точно? Да, он через меня прошел. Всё, окей. Если ты выбивал, который у моря, он не горит. Он не горит, но там нету стрелка больше. Мины. Бля, босс сейчас нас тут закроет. Поставил на тебя тут впереди тайфуны, и я себе рык. Два человека осталось. Вряд ли будут сидеть. Тут слышишь, ты его слышишь, да? Балакс, а ты где, говоришь, выстрел, да, у домика? На метке мои, ТДВ слышишь, да, Роник? Всё, принял, ага. Сейчас мы с КТРК отойдём, а куда я буду искать? Тебя целое отделение Спарта прям под твоими камнями южнее. Хорошо. Алфа, живой вообще? Розовый. Я прям на твоей метке. Шторм прям на твоей метке. Валк с ДВ на тебя поставил. Заходи к этой губе. Парнави, снижнее, беги на нас. Чё? На юг, бля. Бери его, в этот. Да, блин. Чё, не видишь? Чё, в темноте ничего туда не вижу. А, убивайте северный пивас. Нам авиацию должны выдать, если вы... Северный пивас, они... я же выбил. Там никого не выбил. Тогда нам должны авиацию дать. Да и авиация и так да. Есть, после... бля. Авиация после радара. Нет, авиация всегда есть. Она через 35 минут разбудит. Я могу топить, чтобы оно сгорело, а, после... если надо. После рода разъезжает. Валекс, вот, говорит, я двигаюсь по ТРК.
подождите, бульдоги, там бульдоги спроси, должны. Надо ли добить его, чтобы оно сгорело все, оно потом надо, там если не он, если он не стреляет, не надо еще добивать. Один. Бульдоги выбивать. У меня какие-то перелеты, недолеты, не знаю. О, там какой-то разброс лютый. М2. Броник розовый поставил, Спарта смещается, Игорь, не надо. Ну где-то вот пробей города стреляет из низины. Это М2. Атлас, накрываем. Слышение. Еще на втором этаже штаба есть все. Следующая КВ или что? Класс, ДВ на тебя поставил. Пехотная, догоняйте Атласа. Уходите с позиции, пехотная РВ, догоняйте Атласа. Только лучше по берегу идите, но тут ДФНы загнули. ДФНов не осталось вообще. Я так понимаю, и те, кто шнили, снимет пожог. Да-да-да-да, по маршруту Атласа. Так, Валакс, мы к вам идем, босс. Давай. Ну, босс до меня не добежал еще. Но я иду, я близко уже. Так, вам можешь пояснить, как мы идем? Не очень понял. Также переходи на восток через дорогу. У тебя GPS есть. Да. Пускай, пожалуйста. Дорогу на восток и потом на вдоль дороги туда, на море. На юго-восток. Па, ты на К4? И вот сейчас. Па, у тебя ПТРК, где с выстрелами? На доме, у Валакса. Понял. А как вы выбили? Туда после еще. Все три пиваться минус, я правильно понял? У пивасы, они не взорвались, потому что им два выстрела, дивизион залегов. Но там никого не сидит уже. Ну там, скорее всего, выбито все, поворот башни, прочее главное. Правильно я понимаю, что ты теперь бульдоги будешь убивать? Ну, сколько выстрелов у нас же есть, говорят, там три выстрела. Давай постреляем по бульдогам. А какой у вас план сейчас? Тем более, вон, по трассе же видно, где бульдог стоит. Пряник, а наши еще в штаб не зашли, надеюсь, нет? А, я вижу, розовый актуально, да? Штаб, нет, они, да, розовый актуально. Скажи, что снайпер второй этаж может вообще подавлять в хлам, нахуй. А, и скажи, что в диспей еще один чел сидит. Не ставят там метки примерно. Не могут они пройти дальше. Заряжаю. Давай, я пока в ногу. Дим, ну здесь я зачистил. Остался только один в диспе, может быть в штабе еще кто-то спрятался. Они больше не высовываются. Четырех забрал. Я понял. Сейчас дам метку на палатку. Поставь босс на палатку метку, где он стоит. Потом. Это бульдог, да, работает? Нет, у бульдога белый. Стрингером. Бля, корнет этот заебал летать, прыгать. Дима. Азимут от моей позиции 200 метку ставлю. А как это поставил? Видит, зеленая сейчас работала. Нарметку актуализируй. Вижу, там свой бед вообще. Проверь. Светлые штаны очень. Это противник. Розовый на спарту. 600 метров. А, дай литерчик получше. Лес. Я ближе из леса выход. Босс, не мельтеши тут, короче. А, я вижу. Блять. Это кто? Это же человек стреляет? Или кто это? Да. А как он видит, сука, мразь? Он перебегает, Дим. Да, вот он к дому бежит, смотри, слева направо, видишь? Он возле дома. Все, он съебался. Вот, где палатка стоит? Вот, где палатка? Двое, Дим! Пошли. Один есть. Нож. Че, у тебя упор? У вас упор? Нет. Губаем. Там целое отделение, упор. Блядь. Это же не РМ, нет? Скажи, у РМ, блядь, по пятам идут РМ люди. РМ не жалуются. Подойди на метку, босс, ты где? Двоих минуснул, трое. Там босса. Еще двое, один. Берегу, Родик? Метка моя, ты смотри. Я иди сюда. Сюда. На север, на берегу вижу. Нет. Вот там 4 человека шло. Парашюты чьи-то, блядь.
Пулемет работает. Кто-то упрашивает типа, да? Это походу бульдог, слышишь? Да-да-да, по мне. Да, это бульдог, 100%, метку ставлю, метку ставлю. Я на позиции нашей, чтобы они не убили нас. Мы по парашютистам работаем. Так, так, это губа-губа, потому что бульдог убить, хотя бы тихо. Да, да, да. Поставил метку на бульдога точно, работайте. И отделение еще вот здесь идет. Поставил. Блять, смавы какие-то хуярят. И еще бульдоги работают. Дима жив? Да, да, видел одного. Похоже, еще. Они прям с юга идут, они в тыл РМом заходят, блядь. РМов не осталось больше. Нас будет Корнет убивать? Какой не видит нас. Ну, база, Азимут, 203, ищи. Да, бля, он за деревьями стоит, бля, да, да, за деревьями. Ну, по мне шьет, видишь? По парашютистам сейчас шьет. По парашютистам шьет, да. Да, не минус. А, близко стреляет, я шумар. Да не как-нибудь нахуй, бля! Живой? Я живой. Босс, Губа, можете поставить нормальную метку, точную, на палатку не могу, я не вижу пол в темноте. Можно, найди ему палатку. Снимай, держи берег для меня. Вот она, вот она, ебал не просто. Есть, здесь близко. Блять. Запад в кустах, возле дома. Сможешь прийти? Не уверен. У нас нету, да, техники? Че? Еще одного забрал в триггере. Я забрал какую-то марку, не помню. Парни, парни, нужна помощь на берегу Диме. О, банан. Дима, тоже метку поставь, машину. Дима. Бля, да, они сейчас это на нас, бля, ничего не убью. Нашел? Что? Нашел палатку? Да, что мы. Еще бульдог поставлю сейчас, еще бульдог, еще бульдог. Смотрите, вот стреляют. Куба работает. Вот я его не вижу, на севере бульдог, который... На юге, на юге. На юге, да, на я поставил. Я поставил, на меня смотришь, да. Босс, заряжаешь? Поставил. Да-да. Бля, надо уходить, Дима. У меня бы два бульдога скоро. Да, стреляй, стреляй. Лучше не рыплись, на самом деле. Дыма кидай, давай, давай дойдем. Давай, пробуем. Дима, мы не сдохнем от бульдога, подходя. 185, Куба. 185 на берегу. Что давай? Дымы, дымы. О, птур полетел, он сейчас левого уберет. Хорош, попал. Есть еще выстрелы? У меня нет. Дима, отходим к дому, который обсуждали. Принял? Берегу выбили, да? Куба, 220 еще, посмотри там. А у меня нет. Ориентированного снаряды стройка. Снаряды кончились. Дима. Все, принял. Иду, иду. Все, сейчас давай, отходим к тому дому. Да? Проси у фронтанца, есть что-то? Парни, нас по берегу жмут. Нас обходят? По какому свои, берегу? Свои, свои, свои. Братан, по берегу дальше противник. По берегу точно? Целое отделение. А по берегу целое отделение. 200-300 метров, там мой чип еще отходит. Так думаю. Может, нам в триган надо? Мы отходим. Блин, по берегу. Может, уйдем на туре на запад и хоп его. И бульдоги смотрят берег. Выстрелы все, здесь вот два выстрела принесли. Бабок, здесь два выстрела, да? Здесь два выстрела лежу. Ну все, у нас больше нет. А у Спарты, может, еще что осталось? Так это были спартанские наши, что уже нет. Мака один поебал. Леник живой. Мака выстрела они принесли, один из них Мака был. А где их, когда еще три выстрела, блядь? Вас Атлас мог его потерять, ребят. Давайте здесь. Потом выйду, занят. РВ третий, по мне гранаты, почти следующий. Блять. Бина принтер. Отходи, Дим, отходи, отходи, отходи. Нам надо растянуться по дистанции, чтобы мы смогли купить. Сейчас поставлю это, где я уже. Я сейчас в дом и меня кое. Ебать, я засейвился. По мне не пошли. Так, все, кто у дома, давай собираемся. Дима, Дима, Дима. Будем сейчас на запад. Дима. Смотри, ребят, у нас тенор либо в 300, либо минус. Смотри, Дим, я вот здесь вот, 300, если ты сюда пойдешь к моему дому, ты умрешь. М2 сможет. Он не в 300. Но тенор очень далеко, блядь, северо-восток.
конь? Да очень далеко, он рядом. Ты чё меток стоит? Меток рядом стоит. А, дойди тогда до него, дойди до него. Это вон те два домика на 50. Шторм, сгоняй туда. Шторм, пожал. У вас же GPS есть, потом этот, уходим. Так, пряник, ты тут у меня? Да, тут. Чё, по твоей синей уходим на северо-запад? И потом на берег. Синяя это на К4, на позицию БТР. Не, ну до нее дойдем. Я ты все еще не перевалишься на запад. Не перевалишься. На 6 заходим, а потом на берег уходим. Не перевалишься. А, не перевалишься, перевалишься. Все, пошли. Давай по синей на 66-ю уходим все. Шторм, Кеннера проверишь и тоже уходите. Принял. 66-я, да. Дима жив? Да. Надо как-то, блять, уебывать. Через меня парочка своих пришло, они задержат врага. А? Кто там скал посветает? Да спрячу его. Пиздец посветало, блядь. Там, короче, да хуя ходит, вот там, где я ставил, где вы выбивали этот бульдог. Там целое отделение минимум. Они стягиваются в триган, блядь. Бля, у нас что, вообще ПТРК не осталось? Спам на место. Выстрелов нет? Да, 2 минуты. У Спарты запросите, куда они истратили свои выстрелы. Сколько? Они все нам принесли, они все, что могли, нам принесли. Ну подожди, должно быть 8 выстрелов. Сколько ты потратил? Они проебланили, походу. Вот у них умер, блядь, ПТРК сам умер, походу, и выстрелы. Ну они запросите, все, запросите, какая у них ситуация. Может где-то ПТРК лежат, тут, блядь, М2 стреляет. Пряник, спроси у них ПТРК. Пряник, объясни выстрелы. Ситуацию, что у нас есть и ПТРК. И мне Спарта сказали, что все, что у них было, они нам отдали. Ну все, значит нет у них. Блядь, может где-то еще лежит. Дим, ты живой? Ну, блядь, это ночь, ладно бы день был, мы хотя бы видели, кто куда упал, там еще что-то. Вы живы? Я не могу найти Теннера, ребят. Да пух. Метки у них. Иди, ну что, ночью, конечно, ты, блядь, даже рюкзак не смог найти. Хотя знал, где он лежит. Да. И берег, да, простреливай? Я уже дома пошел. Я пока тут буду лучше. Давай, все, кто может идти, пошли, да. Влад, ты забирал правую палатку? Нет, нет, я не забирал палатку. Ты же, я думал, ты пошел. Нет, я на месте стал, окей. Бля, как мы тут пойдем? Там что, приехало, что, давай, Акмус, ты в курсе? Этот, Валакс нет? Да, просто же мертвый. Бля, сука. Давай ниже, ниже, ниже. Давай ниже, да. Там что-то заехал, видел? 300. Что, Валакс 300, нашел ты? Да, я не нашел, ищите его. И метка рядом с тобой. Да, это провал, да, получается? Ух ты, на метке плохо. Потому что ночь, не надо было ночь выбирать. Чуть, днем бы нормально все уже спустились. Ух, давай тишину. А Воха давно же уже не отвечал. Че, я удалил метки на Воху и на Валакс. А Роник живой? Живой, живой. Я работаю. И мы рядом у нас, вон. А, чуть севернее. Еще вижу двойку. Далеко. Он сапер работает наш. Поставил метку на технику, в ДВ ставил. А, это камень, светло, я думал, в машине. Давай просто минус здесь, сломаем его. Так, а где-то кто по берегу проходит еще? Вон у него нас пришел. Еще один минус. Это Барс.
Пряник, точно РМов нет никаких? РМов? И очень давно не отвечают, их там два человека было. Вот тут метку 1-1-1 поставил, тут наших нету. Пряник, а ты борцов спрашивал? Я не знаю, с ними нет связи, Роника. На желтые РМов. Я там двоих пряник убивал. Пряник. А, я здесь. Борцов, ты спрашивал? Борцов в курсе? Новый. У вас просто мимо нас борц пришел, он сказал их много, но я не понимаю, где они. То ли они в триггере, то ли где. Кого много? Ты слепо наш похуярит. Благо. Давай, да, подержим. А Фомина вообще живой? Да, Фомина с Воником же, вон там на... Мы работаем по берегу. Я Фомина понял. Все, на берегу больше я не вижу, короче. Они, походу, уже успели перетянуться к Тригану. Губа, враги! 230 губа. Их там 6 человек. По берегу, да? Ага, вижу. Блять, если бы я вот, там был, я бы мог помочь. Да-да-да, блядь. Так отходи на склон, на юг. Да не могу я отойти, блядь. Разъебут это. Ты можешь отходи? Я отошел, да, слон. Я уже не отойду. Не, на юг перебеги на нуле просто. Стамину сделай, на нуле перебеги на этот, на холм и заберись там. И мы ему сейчас во фланг зайдем. Поверху можно нормально идти. Дима, что-то по берегу никого нет? Нет, такой себе обзор. Ну ты держишь? Скорее подход ко мне. Я во фланг смотрю, да. Дима, чьи? На берегу? Да. Свои. Дальше по берегу враг. На север. Сейчас я еще один посижу тут 2-3 минуты. Да, если ничего не обнаружу, то пойду, наверное, к нашим пацанам помогать. Тут без перспективняк. Где свои? Алик, там на запад нашу сторону. Повтори. Есть цель. А вот на берегу, да, есть противник. На моей черной свои вот здесь. На пятачке. Вот черный, да. А, все, понял. Крючный. Я вот здесь на метке. Сдвинемся еще разок, нет? По шторму стреляют. Спам живой? Спам? Да я живой? Работаю, спам. Я ага. Работаю, да. Сдвинемся, нет? Роник, Фомина, что-то вы замолчали? Не могу говорить. Понял. Живой? Бат, пряник, на КВ, ты жив? А, понял. Кажется, сдвинуться надо, мы могли потерять здесь кого-то. Давайте сдвиг. Давайте сдвиг по КВ. Что за хуйня-то, блять, а?
Дима, настройки тип и перестройка... Я тоже говорил про него, он до никого был. Я его почти убил, блять. Ну все, он понял, походу. И еще перед ним был пулеметчик, 200 метров перед ним, Дим. 839 от моей позиции. Где-то вот дебетонные, короче, дебетонные плиты, видишь такие? А, ты же не смотришь. У меня плохенький обзор. Спам, штром пойдет чуть вперед, все равно. Там смотреть до хера уже. Я вижу. Дим, ко мне точно не придут? Ну я посмотрю, не всегда, но... Надеюсь, нет. Давай жестко пикну. Торм. Кто на связи? Видел вас, спам. Спам воюет вроде. Он с вашей стороны не летит. В тылу, что ли, противник? Где бергамот? Ром, быстрее возможности, сам берег ровно. Я мог увидеть. Вижу пулеметчика, тихо, сейчас уберу его. Спам живой? Спам. Я перебегу через... По-видимому, его накрыло. Было, видимо, накрыло. Забрал. Ребят, предлагаю дальше сдвигаться. Давайте сдвиг. Да ёпта. Меня. Понял. Смотри берег. Пулеметчик идет, не знаю, стекло съело. А то... Блядь, это берег. Бомба не стоит. Бежишь? Не знаю. Помоги мне, я выжил. Понял. Живой? Сейчас, метку на лаву, если можешь. Да, у Димы упорки. Купится компаунд, оттуда стреляют из визили. Прям под пирс. Ну, вот там вот, по центру. Если он будет тоже, то я много. Пропам. Жив? А. Блять, опасно мне подходить к нему так? Блять, я берег нормально не могу смотреть, Дим. А сейчас перемещусь, попробую. Опасно. А, смотри, ровно берег, я закрою остаток. Метку на него поставь и пометь ее 1, 2, 3, 4, 5 там как-нибудь. 3-2. Ого, близко, блядь. Да. У нас на западном берегу никого нет? Тебя гранатит, Дим? Да, связи. Возможно, с берега. Торм, чё у вас там? Да пизда, Торм, живой? Короче, мы связи не имеем с западным берегом. Дим, ты в каком доме? В дальнем. Как он выглядит? Понял. Берег перекрыл, Дим. Он меня не видно его отсюда. Он с берега, с своей стороны больше. Блять, складка местности не позволяет, Дим. Можешь уйти, Дим, нет? Дима? Блять, Дима, что отработали. Я отхожу. Он сейчас заполучит его. А, ты шел? Хорош. Я тогда смотрю берег. У нас противники бегают, утроник на позицию. В упор. Смотрик, на открывай меня. Бля, Дима, на камнях над тобой! Ты на камнях! Уже. Шестая позиция, прямо на шестой позиции. Принял, Дим? Синюю поставил, Роник, вот здесь с противником. Сдвиг. Давай следующий.
Блять! Противник. Убивать меня убили, меня убили. Все, умер. Дик, по тебе? Да, меня убили. Почти. Ладно, выйди живой. Живой на метке. Ремонтируюсь. Убил его? Нет. Морфи кидаю, отбегаю нахуй. Это с камня по мне работал, тип. Я проснулся. Кстати, откуда? Камни, шестая позиция. Над тобой еще ролик есть. Убегаем. Нокнул его РПГшник. Убил? Ага, я убегаю. Нет, на пятую. Не убил. Живой. Убегаю на пятую на ремонт. Пряник, ко мне подойдешь? Сейчас, у меня синий, видишь, синий там пути. А нам надо сдвинуться? Ладно, войви, пряник, войви. Убивают или штаб убивает кого-то? Нет, наш штаб убивает. Блять, я не понял, наш штаб стреляет по кому-то или по нему стреляет? Нет, его убивают. Понятно. Сзади меня, Дим. Если от пятой, идти по берегу 700 метров. Я понимаю. Я вижу там противника на камнях. На штаб смотрит. Я тут... Смотри, где я. Это не ты, Дим, точно не ты. Сейчас поставлю метку на противника. Не уверен, противника нет, вижу там типа просто, короче. Вот здесь на камнях. Где-то. Может быть вот тут, наверное, вот тут. Понял.